Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за кельтов на карте Пангея. Если вы смотрите эту партию не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Там тебе варвары могут убить. Окей, спасибо. Ну вот где у него скаут оказывается. Туда вверх пошел. Пойдем-ка мы его тоже скаутом. Попробуем словить. Да ладно, прям 60. А, у меня... Блин, вот я дебил. Лошади у меня не обработаны. Ну, в смысле, варвары разграбили. Я тупо в очередной раз тупо сыграл. Пойду ловить скаута шведского. Злус, не надо этого делать, не надо. Чего? Ну, это не принесет выгоду тебе. Ты меня не возьмешь. Кого я не собираюсь тебя? Ты че? Просто этот растущий минус по золоту подозрительно очень выглядит со стороны Злуса. Растущий причем. Просто у меня нету особо клеток с золотом. Ну, или я их не обрабатываю. Не, ты не волнуйся. Уж... Точно я не собираюсь воевать. Решать ли так? Так. Золусто, у тебя есть чудо какое-нибудь рядышком?
Нет, нету. Будем искать. Ну что, взял пагоды? Нет. 15 к темпу роста в мирное время? Да, вот эфиоп, во всяком случае, интересно играет хотя бы. Очень глупо, но интересно, да? Эфиоп, смотри, какая интересная игра. Да. Чего он там тебя ходил, рассматривал, что ли? Тебе? Минус рост в мирное время, скажем так. А, ну да. Чувак сидит на краю карты с солями, короче, и берет эту фигню. Ну. Но... Там нечего было брать. Молотки мне не нужны, пагоды у меня типа будут три города. Зачем мне пагоды на три города? Действительно. Зачем пагоды? Ну, я к тому, что там не было вроде так ничего лучше. А кто там вообще рядом с эфиопом? Зулус. Ну, ему повезло, потому что ему попался мирный зулус. Вот это повезло, так повезло. Где он деньги-то берет, я не понимаю. А, он уже первый по армии, круто. Бегу, предложение. Почему я сплю, как всегда? И по где его скаут? Надеюсь, его все-таки варвары убили наконец-то. Что, предложение? Миш Шмахля. И Сиам еще основал религию. Ну. Так, библиотека. Давайте построим колясочки. Ну, швед молодец, конечно, отбился, но он, правда, себе экономику так конкретно на это все. Сям, а что, тебе некуда третий город ставить? У меня-то с экономикой все хорошо пока. Пока. Да счастья не особо много.
Что такое? Что случилось? Блин, у меня ну, только вино есть и золый бак. А справа все. Там у тебя есть тера для города или нет? Расскажи. Здесь голая пустыня есть. Да, расскажи ему про теру. У них тут дофига территории, просто она грустная. Нет, слушай, а почему Монако, например, не захватить? Вот что, плохой город? Чтоб я ее захватил. А кто? Что-то я не впечатлен Монако захватывать. Злус, мы же с тобой дружочки, правильно? Пока что. Да, конечно. Пока что, он же уточнил. Я так понятно, так здесь же нельзя как бы уточнить, спрашивать там, давай вот мир до такого-то. Пока что по демографии мы точно дружочки. Я вот смотрю так. Да. Мне еще арбалеты... Я что-то отужился. Ну, а чё мне там, умирать что ли об тебе? Так и не смог. Чувак, это ты мне войну объявил. Ну, ребята, все знают, что Халецкий все убивать не умеет. А, что? Зачем ты дурачка отпустишь? Блин, я взял дань у Кахоки и шел дань брать с Библоса. Двумя пиктами и скаутом. Ты мне объявляешь войну, что ты от меня хочешь? Больше любишь. Не слушай, ты поставь, иди в ту комнату, где у тебя микрофон находится, потому что непонятно нифига. Больше ГГшки? Так у меня только еще Ватикан рядом, все. Какие еще, о каких еще ГГшках речь? Кстати, вспомнил. Угрожал мне, ты что там еще рабочего у меня заберешь? Блин, может поставить третий город все-таки. Сейчас откроется нацкольдж, а я как раз все-таки поставлю третий город здесь. Двумя городами грустно играть. Я не знаю. Ну, мне кажется, его скаута все-таки убили варвары. Хочется мне в это верить. А, еще библиотека не достроена. Не могу еще нацколить. Но я думаю, у меня быстро построится. 6 ходов. Там справа такая же пустыня. Раз. Раз, два, три. Ну, я что? Быстрее дойду. Я говорю, там справа подойдешь, такая же пустыня. Я хочу здесь все-таки, наверное, поставлю город. Чудо, чудо. Тут куча чудо, овец, мрамор нет, будет. Не видел. Нужно чудо. Поищи, может, найдешь. Блин, надо было дорогу доделать сначала тут. Постоянно забываю банальные вещи. Просто постоянно.
И мавзолей, и оракул. Да, неплохо там дела острицы идут. Да. В один город-то. Ну, я так понимаю, что там Сиам должен волноваться. В один город? Серьезно? Анатолий? Чет, я потом могу принять один на один. One City Challenge. Слушай, ну меня Эфиоп удивляет, Терри, ты меня удивляешь. Мне вот эта партия нравится на самом деле. Тут как-то все, знаешь, вот все необычно как-то идет. Ну, просто тебя не убили в первые 40 годов, поэтому ты радуешься. Слушай, я не понял, мне почему-то кажется, что ты меня троллишь, сидишь там. Пытаюсь. А чё ты постоянно это делаешь? Тут же есть простой выход, я сейчас просто тебя замучаю и все, и не буду слушать. Так что, если что хочешь сказать, пиши в чатик. Ну, это там варвары. Да я знаю, меня повсюду варвары, меня чуть варвары не убили. Средства не захватили и все. Да блин, вот он. Нормально вообще? Да, недавно была третья армия. С варварами воевала. Так, мне рекомендуют там ставить, но я не воспользуюсь советом. Реально, чувак сидит меня троллит, по-моему, всю игру. Такой. Нафига мне его слушать? Ну, я его замьютил только для себя, естественно. Все остальные его слышат. Ну, вообще, да, есть. Так, главное не поставить не поставить город до того, как я колледж построю. А кто спрашивал? Это я умею. Ага, понял. Ну там... Ну, далеко, честно говоря, даже от столицы далековато. Надо его поймать как-то, этого скаута. Как он тут бегает постоянно, я не пойму. Главное, полностью здоровый. Пойду я, может, с тем лагерем попробую разобраться. Ну вот так. Я просто хочу этот проход держать. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Ну что, сюда побежал, наверное. Я все равно тут его увижу. Чуть не отпинали меня там. Ну, а ты думал? У нас тут жестко все. Надо еще метколука построить. Ну, направо пошел пустыня. Налево пошел пустыня. И в арбалеты выходить. Что, думаешь, как брать меня будешь? Боже, ты же фиг знает где. Ну, план-то уже построить можно.
Не, на самом деле ГГшка просила найти Эфиопию. Понял. Самый быстрый способ. Да не, я ждал этого, но решил не готовить. Классная партия, мне прикалывает. Тебе можно помочь? Я могу типа юнитов построить, передать тебе юнитов, чтобы ты жил. Мне не нужен типа очень сильный под боком Лего. Ну да. Еще не нужен. Все очень плохо. Не, ну второй-то город, если ты понимаешь. Лего только что была какая-то самая слабейшая армия. Она что, прапала этих медкерей, что ли? Смотри, я как минимум могу объявить ему войну, чтобы Рагуза начал... Да, он прапал. Еще никто в средневековье да, не Рагуза вышел. Рагуза нет ни одного юнита. Медкорей. А, в смысле лучников в Медкорей? Да. Ну, я предполагаю. Это очень странная была бы стратегия. Я думаю, что как-то там что-то другое Лигу придумал. Может, просто кучу колясок построил? Может быть. Да, я об этом знал и решил не готовиться, это надо будет запомнить. Да, да. Записывайте. Так, надо не ставить город пока два хода. Стоим, ждем. А тут надо лесопилки фигачить. Давай лучше мир. Не, быстро вы. Почему тебе эта война? Да не, я Эфиоп, не знаю, что он мне войной бьет. Тем более это со своим этим. Нужно, чтобы ты забирал Злуса, вот что, ну типа... Так он уже упал. Ну, столицу я пока вижу целую. Ну, следующим ходом не будет. Ничего себе, коляски, значит, да, Злус? Да. Просто я не понимаю, ты взял, ну, религию себе, эти 15% еды и объявляешь войну просто так. Так а у меня и так висит война с Анатолием, типа я, ну да, ошибся, но... Так а со мной зачем портить отношения? Мне... Я хочу живого Зулуса, вот что. Если это поможет ему, то окей. Так давай я буду сейчас вместо Зулуса. Так не. Мне нужен тоже живой Эфиоп. Я же лучше Зулуса, да? Отобьете ему столицу, чем проблем. На таком этапе еще можно остановиться. Так, ну мечети заберу, видимо. Пагоды уже все взяли. Ну, у меня нарисовано, что Анатолий отваливается опять. Да, 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 Анатолий есть такой. А, вроде вернулся, нет? О, прошел ход. Это, у меня пролаги бывают как-то временно. Обычно ни к чему. Ну вот какая тварь там меня убила? Ну, появился, ну, как всегда. Появился варвар, убил. Так, я тут стою. Тут дорога построена, соединены города. Блин, пацаны, если я до прогрузки прокликал по варварам, это же ничего? Ничего. Варвары не подадут на тебя протест. Замечательно. Блин, где мой пророк? Я хочу укрепить религию. 200 должен был появиться давным-давно. Ну, кстати, у меня сейчас несчастье начнется. Я город поставлю следующим ходом.
У меня тут несколько лишних дорог, но они нужны для нападения на шведа в будущем. Блин, надо разобраться с этим лагерем. Я думаю, что его еще какие-нибудь ГГшки хотят. А, он с каким-то лагерем разобрался. Братислава Виттенберг. А, то есть у него армия здесь сейчас тусит. Лагерь дома. Ну, блин. Ребят, кто там лагает? Если хочешь, либо можем замериться, оставишь себе город. Да фиг знает. Давай повоюем еще. Сейчас там пару человек вынесут, станет полегче. Если почувствуешь, что сходу не берешь, то кидай, если захочешь. Я и забыл, что у меня Петра классная, между прочим. Блин, я вообще так дебильно играю. Просто нет слов. Ну, наконец-то. Я возьму защиту около городов, наверное. Так, мечети. И... защитник веры. Молниеносная война. Отлично. Три хода, по-моему, или сколько она длилась? Или четыре? Пала же Умгунгу, это же второй город, нет? А, или вы про Эфиопа Сиамскую? Нет. Зулус и Сиам. Сначала мир заключили, только сейчас Эфиоп и Сиам. А, так я понимаю, остался при столице, да? Да. То есть мечта Эфиопа осуществилась, по сути? Пока что да. Ну ты уже извини, если у тебя другая мечта была, ну... Лигу, эти же коляски сейчас ко мне не поедут? Что? Эти коляски сейчас ко мне не поедут случайно? Я бы поехал. Анатолий. Надо ехать. Ты Анатолий говоришь? Да. Ну зачем ты ко мне колясками-то приехал? Это разведка, одна коляска. Она когда коляски на разведку приезжают, что-то, по-моему, как-то мне не очень не коляски, нравится. А коляска. Я ж не знаю, сколько там. Я вижу пока что только одну. Бойся теперь. Или ты бойся. Ну, боже, коляска идет. Так.
Так, теперь ставим на миссионеров. Так, что ВГшки хотят? Зулуса и иудаизм. Тут постою. Так, сколько у меня меткалуков? 3. 70 стоит апгрейд. То есть у меня на 5 как минимум деньги есть. То есть мне еще 2 меткалука надо бы построить. Кто-то отстает всего на 10%, да? Фью. Света, тебе чудо надо, да? Ну да. Свет, я могу в честь нашей дружбы как бы подсказать, где оно и дать границы, но потом поменяешь меня один на один, когда мне нужно будет, окей? Я не услышал, можешь повторить, пожалуйста? Хорошо. Окей. А чё такие грустные у Лунди? Это Сиам забирал, а потом тебя отдал, что ли? Или это не столица? Нет. Изначально такие грустные. Там еды вообще нет, типа он еще изначально город построил, он еще долго сидел на 2 или 3 жителях. Такой, в самом городе такой захватил, подумал, забирай обратно. Вот, там народ уже в чеченице. Отлично, Ватикан. Ну, быстрее миссионеры появятся. С кем я поторговать могу? Ой, блин, не того, не тех смотрю. О, Анатолий.
А ты мне слоников за красителя отдашь? За красителя? Да. Ну так, по старой дружбе. Спасибо. Меня и ГГшка просит, и город просит. А красителя я сейчас обработаю. Так, ну что? Очень даже неплохо теперь. Можно порасти слегка. Караван еще один поставить. Стену бахнул, представляете? Ну, все равно вот отсюда Сигтуна атакуется. Нападет Сигтуна, Стокгольму и стены не помогут, то есть... А, блин, тут кар... Вот нету еще амбара. Значит, надо было из Эдинбурга отправлять все-таки в Кардифф. А из Кардифа я тут сейчас построю. Еще 4 хода. Можно пока этот рынок построить. Один ход. Вот теперь думай, что брать. Я вот думаю, может, набожность взять. Ну вот хочется мне как-то такое. Правда, это круче, когда ты через волю играешь, и у тебя много городов.
это же дороги надо строить, и эти меткалуков еще две штуки хотя бы надо строить. А он, главное, ходит, дань собирает. Может, уже до рыцарей тогда? Блин. Но я ему позволил сделать самую большую армию и сидеть с ней. Да, неплохо там и Фёб живет. Он один там или... Ну, Сиаму. Ну, только Сиам теперь может его что-то с ним сделать. Ну, Сиам же забрал от городов, там нужно развиваться. Да Сиам нифига не забрал. Ты же ум там. Булава, я, конечно, нормально ты поставил. Ну, хотя, с другой стороны, тебя там поджали, то окей. Никуда больше. Просто джунгли не забирай третьего радиуса моей столицы, и окей будет. Хорошо. Мне подсказывает, что он все-таки хочет продолжить пушить, так что если хочешь живого Зулуса, то тоже подводи войска. Ну, то есть только сейчас он в гильдии. Все, посоль меняешь? Хлопок, вино, медь. Вино. У него сейчас в союзе две едовые ГГшки, одна культурная. Чума.
Он стал строить армию еще больше. Ну, у него, кстати, выхода нету, по-хорошему. У него два города, ему даже третий некуда ставить. Где все чудеса вообще? Я только одно нашел, вот это Эльдорадо и все. Да, я тоже больше не находил. Все у Эфиопа, видимо. Соли и чудеса. Одно, вернее. Я вот у себя все, что у меня есть, я все исследовал, но ни одного чуда. Университеты. Прикольно. Это австриец или кто? Или эфиоп? Австриец. И типа, окей, один топовый город есть, да, но в столице. С ним много ноги не выйдет. Слушай, а ты... А, уже поставил второй? Хотел спросить, как долго ты будешь одним городом играть. Так, ну, я следующим ходом отложу. Там спутники, откройте, гляньте. Мне надо больше. А только через спутники глянем, да? Ну, а как еще? Ну, 4 раза где? Отсюда я буду, я вот сюда хочу крепость поставить, вот так отъесть, и отсюда нападать на Сектуну. Тут, конечно, поля, но тут проблема в том, что стена будет все равно работать, и прохождение тут не очень. Я буду тут сейчас дорогу строить, чтобы изобразить кельту, что я был отсюда, но главная атака у меня будет здесь. Крабы будут? Ты же у нас морская нация, это у тебя, наверное, надо спрашивать. Ты что, не видел мое море? Нет. Ну, бывает. Так, раз, два, три, четыре. Пять, шесть. На данный момент у меня... Даже на 8 будет апов. Вау. Ничего себе, австриец. Бегашка просила, да? Да, надо говорить. Да. Пока в арбалеты никто не вышел. Вот в универы кто-то вышел, но, судя по всему, это эфиоп.
Блин, так притормаживает вообще игра. Ну. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь и восемь, 48, 480. То есть, вот достраивая этих меткалуков, мне надо будет переключить на арбалеты. Сям, у тебя там сверху лагерь. Да, я знаю, я его убью. Бьешь, значит, любишь. Эти, наверное, рабочего построю как-то у меня. По ощущениям, маловато рабочих. А сколько меткалук строится? Один ход. Ну, давайте я лучше его построю и выйду уже в арбалеты. Потому что... Ну, тут тоже пускай достроится, только он уже арбалетом достроится. А нет. Я боюсь сейчас переключать, потому что, скорее всего, они станут арбалетами достраиваться. Я уж следующим ходом переключу. Хотя там два хода достроится, знаете что? Давайте. Арбалеты, потом мастерские, потом пикинеры, потому что это мои пикты. Что я сейчас апну, я еще не могу один ход ходить. О, отлично, они все-таки построились. Зашибись. Ну, правда, на них теперь нету возможности ап провести. Так, не хочет ли мне Монако опять дать дань? Хочет. Я бы даже сказал, жаждет. А Кахоке нет. А, блин, она мне дала дань. Вот я могу и апнуть теперь последние арбалеты. Он тоже как бы накопил, нормально у него там есть, если что. Армия.
Ракотовая армия. Пожалуй, нет. Давайте набожность использовать. Раз построили. И дорогу. Но он скоро тоже должен скоро выйти в арбалеты. Вот и вышел. Собственно. Я поставлю эту крепость, он тоже, видимо, поставит, но что делать? Так, тут пока ждем, тут лечимся, тут стоим. Ну, блин. Блин. Не понял я, почему я эту крепость. Блин, как я дебильно играю.
С лагами еще офигенно играется. Просто офигенно. Да почему тут река или что? Почему? А, вот тут лес обратный, то ладно. Почему я сюда прыгнул, у меня ход закончился? Я не понимаю. Легко ты тут ниже пойдешь, там я лагерь кормлю, будь добра, забирай. Офигеть, как много тут пустыни. И Петру почему-то построил я, хотя в нее вообще не бежал, не летел, ничего не делал. Не знаю, почему никто не построил больше. А кто-то другой в нее вышел рано, и я не стал ее строить, блин, хотя мог уже 10 раз построить. А вот кто в нее вышел и не строил? Ну, я вышел и не строил. Кто? Я. У меня не было так в то время. А кто я? У тебя что, оверлея нет, что ли? Там есть такая галочка, включите оверлей в Discord. Нет, у меня нет. Ну, в смысле, не сделаешь. Где эта галочка? Там, в настройках. Очень полезная штука, кстати. Хай чинит, я уже выйду в рыцари, и на рыцарях точно буду разбираться. Что случилось? Ну-ка, боже. Потерял 2 арбалета. Представляю, сколько швед тратит на содержание. Это плохо. Сейчас там может пробежать.
Вот где его долбанный скаут? Он меня так задолбал уже здесь у меня в тылу сидеть. Просто трындец. Постоянно сваливает, но приходит. Так зачем ты в Петро выходил-то, если не строил? Всех обмануть. Хотел в другом городе построить, да? Ну, у меня такой план был, типа, но это слишком сложно. Блин. Ну, тут места убогие, слишком убогие. Видите, я просто на него постоянно лезу. Он хорошо защищается. Так, так, так. Знаете что, я подожду два хода и буду отправлять уже с производством отсюда. Ну, ко мне вообще сложно идти, откровенно. Хотя, может, он там пойдет в эти... в честь. Я хочу, чтобы у меня было больше армии, чем у него, чтобы он не мог брать дань с ГГшек. А он берет и берет. Мне надо реально больше построить. Ну, сейчас дойдет мастерская, и я буду арбалеты фигачить. Зулус, не хочешь так поменяться? Правда, не знаю, почему остальные еще не сильно меня опережают по развитию. Азулус. Вот это мне не очень понятно. Слушайте, давайте кого-нибудь уже вынесем, например, Зулуса. Потому что он лагает. Так. К Эфиопу. Эфиоп же не заходил. Зулусы трейды не принимает, я не знаю, что с ним не так. Ты у него город забрал, в смысле? Ты враг его. Так я ему предлагаю два люкса. Он как раз в несчастье там почти сидит. Я ему выходы предлагаю. Он вообще морозится от меня. Ну уже такие конкретные, кстати, лаги идут. Такое ощущение, секунды по две. Да, у меня так же. Самого загрузки сейва. У меня лично. Ну, у меня показывают, постоянно прыгает пинг с Улусом. Я поэтому на него и гоню. Thank you.
перекинуть пару арбов к Ахоке и взять с нее дань. Так, мечеть у меня там поставлена, да, покупать? Блин, Кахоке, я просто, чтобы я ей защиту пообещал, я с нее дань хочу взять. Обидно. Везет тебе. Я думаю, швед пошел в честь, а я, блин, в набожность. Но я просто не хочу упарываться в войне, я хочу развиваться. Для этого мне набожность нужна. Как бы в этом идея. Так, еще одного. Его надо обогнать по... дискаунт взять или веру? Наверное, дискаунт. Потому что, смотрите, я беру святилище и храм, у меня пока только святилище и храмы в одном городе, то есть плюс 2 будет. А дискаунт на 20% это я намного больше... То есть 130 стоило мечеть, теперь 100. Ну... сразу, собственно, и купим. Он Библос захватил. Это третий город получил. Но это хорошо, что ему не придется его союзить, там вот эта шведская способность. Может, все-таки Зулуса вынесете? Эфиоп, что ты скажешь? Ну, я, наверное, мешать уже не буду, типа, сейчас. Ну, мне его города не нужны точно. Я же Эфиоп. Ну, лишние города никогда не помешают. Не знаю, что-то так.
Ну, национальный перк 20% это, по-моему, слишком сильно для того, чтобы его не использовать, скажем так. Ну, наконец-то я первый по армии стал. Может, хотя бы с Ватикана попросить дань. Ну, Библос, конечно, не очень фонтан, прям уже город, честно говоря. То есть мои города, по-моему, лучше. Да и этот у меня Эльдорадо. Шифер, подашь золото немного? А сколько тебе надо? Ну, 140 там. Ну, чтобы я апнул рабов и забрал его, добил. Конечно, рисково, но... Сейчас там самолет напает, ты мне придет. Да ты там все видишь все равно. Смотри, легко. Знак нашего будущего мирного сосуществования, скажем так. Нет, тут рыцари нужны. Просто арбалет, они... То есть считается сила... ну, как бы ручная сила. Опять у меня обогнал. Но он тоже не берет дань. То есть... Ему не хватает. Может, отсюда... О! А он тут стоит.
Нормально, за два хода Братислава упала. Там защиты нету, арабы пришли, стрельнули пару раз и все. Подождем. Два хода. Расставил, блин, свои арбалеты вокруг. О, минус 5, слушайте. Так я уже рядом с тем, чтобы взять дань. Не забудьте заглянуть на consoleworld.ru, а на этом серия завершена, продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.